Всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на конструктор, но не Лего, а Коби. И даже не китайский. Это, по-моему, поляки делают. Ну, возможно, я ошибаюсь. Серия Small Army. Вторая мировая война. Номер набора. Где у нас номер набора? Номер набора. Да я не вижу номер набора. Здесь у нас представлен самолет Mitsubishi A6M20. Вот такая вот табличка. Ну, вначале посмотрим на коробочку. Может быть где-то... А, вот. Номер набора 5515. Купил я его со скидкой. Ну, бывают, Коби распродаются со скидкой. Так они, в принципе, дорогие. Поэтому, ну как, относительно дорогие, может и не дорогие, когда, ну, в принципе, дорогие. А что у нас тут есть? 250 деталей, вот, может, хотите, можете отсканировать, что у нас значит. Одна фигурка у нас здесь в комплекте, вот такого плана, как в Френсах или в Эльфах, в таком духе. В Лего. Так, характеристики этого самолета. Вот и есть, если кому-то интересно. Есть фотография. Показана функция, что у нас можно шасси выдвигать. Сиденье для летчика. Эти крылья высоты, по-моему, называется. То есть рули высоты можно так туда-сюда двигать. Я вам покажу. Так. Japanese Naval Aviator. Что-то там. 43-й год. Вот такая вот информация. Ну и фигурка. Все. Коробка такая себе. Отставляем. Инструкция. Ну, инструкция, может быть, кто не сталкивался с Коби, идет вот так вот, шаг за шагом, как обычно, сборка. Те места, которые вы уже собрали, они подсвечиваются вот таким серым. Поэтому вот так вот. Вот так вот, вот так. И в конце у нас... Нету списка деталей, есть вот, в принципе, сам самолет, который мы соберем, собрали уже. И какая-то еще тут дополнительная реклама World of Tanks. Тут где-то можно какие-то коды скачивать, какие-то, наверное, танки добавлять. Так, что тут есть? Вот. Можете глянуть на заднюю страницу инструкции. На подставочке. Так. Фигурка летчика. Такой суровый японец. Жалко, что у него нету с собой самурайского меча. Оружия у него нету никакого. Так, принт на плече. Японский флаг. Сзади ничего. Шлем снимается. Лысая башка. Такой. С этой стороны ничего. Может, вот так можно его поворачивать. В сторонке. Руки, ноги двигаются. Так. Одевай шлем. Вот такая мини-фигурка. Ну, вот видите, на стандартные, ну, пластинку можно поставить. Самое неинтересное, вот видите, вот лежат детальки. Есть вот такая вот косая. Что интересно, ну, вот такая есть. Не знаю зачем, но присутствует. Ну и самое главное. А, ну,
наклейки. Наклейки сразу покажу. О, бензобак упал или что-то. Клеится, вот видите, сразу на две детали. Можно вот сюда еще наклеить, как у нас показано на картине. Но здесь как раз перекрывается, получается, можно наклеить на две детали сразу, и будет, мне не нравится, когда на две детали, на одну деталь я бы еще наклеил, а когда одна на другую, то такое. Самолет. Самолет. Mitsubishi A6M20. Что это такое, я не знаю, может быть какой-то специальный бензобак или какая-то другая система, может этот самолет мог садиться, нет, сомневаюсь, что он садился на воду, а может быть и садился. Вот у него есть VS-103, какой-то номер, пропеллер крутится, на подставке он уверенно стоит. Ну, с подставки мы снимем сейчас. Снимем. Снова уронилось. Ну, тут на четырех пинах держится, поэтому... Колеса мы можем вот так вот. Видите, здесь специально такие зажимчики, когда мы поднимаем. Вот оно так, опа, входит. Переднее шасси, колеса шасси крутятся, а заднее просто как красоте добавка. Как он будет стоять, ну, такое дело. Лучше на этой, на подставочке. Эти рули высоты, сейчас я вам покажу. Вот мы можем менять вверх-вниз. Ну, как бы имитация то, что самолет взлетает, самолет садится. Здесь то же самое. Вот так. Можно смещать. Заодно смотрим внешний вид. Правлю. Снизу. Ну, конечно, не все закрыто. Тут где-то можно было бы скрепить деталями. Ну, в принципе, держится нормально. Это, наверное, пулеметы на крыльях. Что у нас по кабине? Не открывается, просто снимается стекло, крышка. И где наш водитель? Водитель. Вот такая вот сидушка. Садим его вовнутрь. Подними руки. Включаю. Нажал и слетела деталь руля. Ну, вот такая. Уберем ее отсюда. Сидит как-то так. Вот. Вот уже пилот на своем месте. Крепим. Возвращаем подставочку. Вот так. Смотрите, сюда мы вставляем. И уже на полочке будет выглядеть вот таким образом. Ну, может быть, с наклейками будет красивее. Но я уже повторю, что наклейки клеятся на две детали сразу. Вот особенно вот в этом месте. Этот красный круг. Символ Японии. В принципе, набор неплохой. Если кому-то нравятся самолеты,
Коби неплохая фирма. Фигурки у них специфические, чем-то, говорю, похожие на френцев, ну, уже френцы там ближе к девочкам наборы, а здесь уже такой серьезный парень, японец, камикадзе, возможно, который атакует какой-нибудь американский корабль. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, отметку, что нравится. Ну, скажу, что самолет этот я брал из-за фигурки. Хотел проверить его с одним набором, обзор которого вы в последующем увидите. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, там, где распаковки, там, возможно, вы захотите где-то оставить свой комментарий, когда YouTube закроет под этим роликом комментарии. Ну и там откомментировать, что вы хотели бы сказать. На этом всем большое спасибо за просмотр. Пока.